дальнейших. Да, ну в ответ тут вы видите, что тут фактически нет, тут просто длительная процедура будет. Да, то есть тут оценка имущества должна быть проведена. Утверждено, да, положение. Ну вот они все это и пишут, да. Я сам услышал, что вот я вчера получил этот ответ, да, и написал Владимир Владимирович. Мы же спутали, отправили вот это сюда, опять же. Какая-то может быть ликвидация организации, если этих людей уволили, не заплатили ни копейки, и 4 маршрута работают. Привозят им выручку 600 тысяч. Директора на месте, бухгалтерия на месте. Куда эти деньги уходят? Почему? Я вот задаю вопрос Путину самому. Это странная ликвидация. Главное, если ликвидация, она полностью закрываться предприятие. Никто не должен находиться. Ни директор, ни бухгалтерия, никто вообще. Бухгалтер осталась, которая людей обманула на средний. Я так и указывал, вот этот статус ОА, которого обманул на средний заработок. Выдала всех, справку. Всех наших людей отправила не с верным, не средним вообще на биржу. У кондукторов всех одинаково сделал по 16 тысяч. Разве может одинаково быть? Но у всех средний? 26. Никак не может быть. Все кондуктора получали по-разному. А водители? Даже водители. 26. Даже водители все по-разному зарплату получали. У всех разные средний заработок может быть. А они всем совместили все одинаково. Знаете, я вот это все скопировал. И вам оригиналы отдам. Сейчас я вернусь. Да, да, скопируйте. У меня это копии были. Ага.